Всем привет, это Гром. Приветствую всех зрителей и гостей канала. С праздником вас 1 мая. Раньше как бы этот праздник отмечали, хорошо таки. И как бы что я хотел сказать. Молодцы, кто проголосовал. Сегодня будем приручать, кого я не приручал, как бы и не было такого приручения на канале. Так, а будем мы приручать, кто-то там сказал, шерстистого носорога. Сейчас как бы я на него силу открою. Где, где оно тут есть? Ну и где оно тут? Вот оно. О, все. Так, что у нас там? Ресурсы есть у нас? Ну, ресурсов тут, в принципе, куча. Что у меня пороха куча, надо пушку наделать. Так, ну все, давайте крафтим его. Ну, нормально. Дети, что у нас тут есть? Так, рыч. Кирка крутая. А, ну в принципе у меня такая есть, да? Ну да, 150 урона. Такая вполне себе хорошая кирочка. Теперь чешу мне надо. Починить арбалет, наверное, надо. Сейчас такую фигня, блин, надо починить он. Это что у меня вырубали? Друзья, что-то не хочу, мне как бы оглушение у них небольшое. Сейчас он пошел легко. Оглушим. И все, и попрем. Так, еще надо стрелами, да? Здесь не надо, да? 55. 55. Это что у нас такое? Транквилизаторы. Так, что это такое? Арбалет. О, асцендент. Уже, наверное, такой взять. Так, полтинник, наверное, возьму. Я думаю, хватит мне полтинника. Так, еще это такое. 55. А это сколько у нас? Сейчас посмотрим. А это сколько? 74. А, и нафига мне нужен тогда? Уже на 74 возьму, блин. Так, это чтобы место не пустовало. Все путем. Кирочка, не кирочка. Да вот и забодали, вот такие прям маленькие, прям вообще. Так, кстати, вон сейчас я покажу, для чего эти вообще, ну вот эти цветочки нужны. Там, семена змеи. Короче, у них появляются тут цветочки. Вот такие вот они, редкие цветочки. А еще пыль могущества появляется. Зеленая и красная появляется. Так, нифига нету. И, кстати, вот эти красные цветочки, вот эти вот. То, что меня спрашивают, что это такое, для чего они нужны. Я их купил за 5 амберов. Как это распродажа, чтобы была. У них тоже появляется пыль могущества, тоже красная и зеленая. И цветочки. А, вот две штучки. Нормально. Это нифига. Так, тут, о, есть, нормально. Так, что это такое? Семена змеи. Да, он семена змеи залут называется. Как бы вы их можете в магазине купить. Ерунда хорошая. Так, это на приключение мне. Я думаю, я его морковкой приручу просто. Поехали дальше. Поехали за орехами. Так, а что мне надо? А мне нужен бальзам. Потому что я не собираюсь его приручать там 100 лет. Бальзам и, наверное, не знаю, что. Че бы. Так, а что у меня тут больше? Это же. Надо покрасить, наверное, будет. Ты что тут гуляешь? Здрасте, как ваше дело? Ты такой красивый, ты такой хороший, мультяшный. Так, вот я хотел взять. А, я хотел жужу с собой взять. О, нифига себе, и года не прошло. Несутся прям очень долго. Так, это кто у нас такой? Угу. Так, с учетом того, что у меня их 40, как бы нет у меня места для этого момента. Для носорога. Сейчас мы кому-нибудь нафиг уберем.
Так, Зюзя. Ты такая, ты страшная, блин. Я тебя, наверное, немножко покрасить, а, да? Что-то такое прям вообще ни о чем. Ты у тебя тут дрянь всякая, да? Фигня. Все, отлично, если тебе поукидываем, блин. Так, мясо тебе оставляем, есть. Тебе но. Мы тебя покрасим, наверное, да? Так, нужно наркотика. Еще наркотика возьмем. Так, что у нас тут? Тут ерунды, пускай она перерабатывает пока. Пока шарит, блин. Эта фигня мне, наверное, нафиг не нужна, да? Лишнички. Это что такое у нас? Это компик у нас, блин, да? Блин, так я его не пришел, мне надо подох и все. И здесь кончился. Хотя, блин, не знаю, может, блин, лук взять лучше. Блин, я, наверное, все-таки сейчас его покрашу, наверное, блин. Что, как бы у меня пыль-то есть. Как бы что такого. Сейчас просто взять нафиг покрасить, да и все. У меня тут еще интересненького есть. Очки. Это фигня какая-то, не краска, бля. Королевская. Это белая. Всякая разная. Синяя, блин. Чушь какая-то. Это что такое? Фигня вообще какая-то. Синяя, это серый. Бля, лук нормальный. Ну да. Я его туда за охоту на пиранье, по-моему, получил, бля. Я не помню, на кого я. Я уже все эти, блин, миссии, если честно, уже, блин, позабывал половину, блин. Эти я делал, эти я не делал, блин. Полгода не поиграл, называется. Позабывал почти. Так, ну это бурда полная. Теперь на ключи ставим. Так, что, всего нету ее, что ли? Ну, очень интересно. Голубой, блин. Фигня это все. Ну давай, ну чё там, блин, ну какую? Какую же у тебя сделать-то, ё-мо? А? Чё-то? Белая. Белая, я не знаю, блин. Фигня, конечно, полная. Ну что-то будет уже получше. Бля, я не понял, а где, блин? Покрашены которые. А что, весь мешал-то, что ли? Или где он делся? Я ничего не понял. Ладно, фиг с ним, блин, возьмем как столько, сколько надо. Фиг с ним. Будет она такая белая, да? Или не белая? Ты это что? Ты нафиг. Лучше желтая. Да и блин, ты смотри. Ну давай, переносись. Все отлично. Так, а это мы возьмем. Покрасим пыль могу сейчас. Вот у нас желтый лук с желтыми очками. Так, здрасте. Кунячка. Так, а ты нам как бы вообще нафиг не нужна. Чем у тебя масло заберу? Вот так вот. Мясо это сейчас засуну вот сюда и. Что нафиг оно не нужно. Ну а тебя сейчас пустим на колбасу. Вроде повыше, но сейчас мы тебя повысим. И уберем нафиг тебя. Да. Все. Давай, до свидания. Все это фигню заберем. Сюда сейчас вот переложим, блин. Такая будет мне еще на наркотики, на всякую ерунду пойдет. Блин, такой ерундовый шлем. Это еще, когда-то еще давным-давно, наверное, я его одевал. Что я помню, у меня волки, что-то они вообще прям рано появились. Блин. Я помню, у меня что-то паразавр, стегозавр появился. Еще какая-то ерунда у меня появилась, блин. И появился этот, блин. Волки у меня появились.
Чё, чё, блин, на них сиденье не надо, ничего не надо открывать. Урон у них хороший. И все путем. Все, оборудовать. Нормальный такой волк-ботаник. Прям такой, прям такие нормальные, да? Ты меня будешь охранять. И буду тебя сейчас красить. О, чуть пожелтело уже. Уже нормально пожелтело. Ты чё, потихонечку. И эту сейчас пусть на колбасу, на шерсть. Так, что там еще тебе кормить, что не пора тебя? Блин, главное, чтобы она не вырубила. Что такое? Что там делать? Ты котлетуешь? О, у тебя повышение. Ну, давай мы тебе еще улучшим тебя. Ну, все, счастья нет предела. Блин, надо будет тоже его покрасить какой-нибудь такой симпатичненький цвет. Так, ну что, блин, собираем ресурсы. И прям, наверное, блин. Так, ты ж смотри какой-то, а. Иди отсюда. Так, этот уже вырос, да? Этот вырос. Это еще не выросло. Иди отсюда нафиг. Ну да, еще немножко, 4% осталось. Поперли, попер. Так, где тут кесарь, блин? Сейчас, наверное, кесарь возьму. И на кесаре пальцу. Что тут такое? Бабочки повышения. Бабочки повышения. Так, пупсик, давай поперли. Да, кстати, пупсик у меня получил такое повышение за какую-то миссию, что ли. Я не помню, что это. То ли за аргентависа что-то. То ли, я не помню, за что-то. Короче, очень-очень много опыта получилось. Так, ну ладно, что, живу мы взяли. Отправляемся теперь на север, блин. И, кстати, да, я живу возле обсидианки. А что тут нормально, блин, как бы, рисуется куча, всего куча. Металла куча, блин, все что угодно там. Тут есть, правда, иногда гига приходит, ну ничего страшного, у меня шипы стоят. Ну все, блин, поперли на север. Ну все, я уже на севере. Сейчас будем искать что-нибудь. Может, что-нибудь и найдем интересненько. Где моя пузырная труба? Ну что, кто тут? Ох, какой мощный. Целый. 700 хп, вот это да. Так, вон еще один, дай. Не, ну это уже получше, 90 уровень уже, более-менее. Ну, блин, сейчас посмотрим, может, еще где-то какой-то есть. Хотя бы 100 какой-нибудь. Это что, блин, ну получится. Вообще там, блин, 120, 130, это ерунда. Тут на севере, конечно, весело. Ты что до меня до колпаса, зараза? Идите отсюда, мелочевки. Совсем уже глупые. Нашли на кого напасть, блин, совсем уже глупые. Так, и что тут? Ну идите, носы. Носы, где тут носы? Поликотерии тут лазят, которые нафиг мне не нужны. Не знаю, что у них хорошего, только то, что они кидаются и, знаете, еще что-нибудь, хитин собирают и все. Здрасте, волки. Мы что-то собрались на подачку. Да, носорог был, походу, мелкий, он сейчас его сожрал. Да, его уже сожрали, походу. Нету его даже, ну, бей. Да, он уже один чемодан валяется, все, нету его нигде. Там директ что-то на ходу нападает, как всегда. Блин, ну что, ну где? Есть чуть нормально там. Обалдеть, Рекса куча, блин. Мамонта куча. Надите, носы. Носы, где носы? И чё? Вот один какой-то, да? Ты какой нос? 25-й. Ну это прям вообще ужасно мощный. Опять Рексиха куда-то идет, гуляет. Что-то самка на черная. Ну, еще одна самка черная, блин. Так, и что, я его не вижу? Не понял, так вижу, так не вижу. И что?
60-й женский. Ну, не очень прям впечатляет прям такие. Блин, ну где-то же должны быть большие уровни, правильно, блин? Потому что я знаю, что их тут прям полно, блин. Так, вон еще один лазит, блин. Ну и чё? 45-й, ну как бы там 90-й, это 45-й. Это прям вообще ни о чем. Блин, ну что ж такое-то, а? Ну что, еще где-нибудь есть какой-нибудь хоть? Ладно, бог с ним, блин. Будем искать, что-нибудь да найдем. И, короче, пока я искал, пока я лазил-лазил, и увидел альфа-тирекса. Вот такой вот. Мадама. Она пыталась меня грызть, потом начала от меня убегать. Я загнал вот эту яму и начал добивать ее. Ну что, нормально будет, блин, череп тираннозавра, как бы, за него награду дают. Там, кстати, миссия будет по вот этому, блин, как же он называется. Короче, надо будет все пещеры собрать, все трофеи и череп тираннозавра нужен. И я сделал видео отдельное, как с этой миссией получить 1 250 000 опыта, как бы там хватает прям нормально. Там, по-моему, что-то с 80 какого-то можно улететь на 90. Ну все, вон нормально, мясо куча, засеймся сразу все, чтобы было хорошо на случай, если там выбить не выбит. О, еще повышение дали. Давай мы тебе еще урончик добавим. Все отлично. Ну чё, блин, Терекса победили. Сейчас рыбки поедим. И попрям дальше. Где у нас тут? Должен бы где-то быть этот носорог. Нашел, короче, носорога этого заразу. Я прям возле него, получается, летал. Так, сейчас вот волков надо перебить. Они еще начнут нападать. Если я его вырублю, они начнут нападать на меня. Так, ты что, прям воем мы, да, прям нападаем кучей. Еще один гад. Ну, давай, давай. Не, ты сюда не бежишь? Смотри, не хочешь, как хочешь. Угу. Ты у нас тут, да? Ну, сейчас мы тебя начнем вырубать. Так, кисаря надо будет поставить, блин. Жужу тоже, блин, поставить, пускай не бегает никуда. Так, все, все стоим, все улыбаемся. Блин, там красный луч. Писим. Там красным лучом. Так, ну что, и где-то есть. Носорог. Где-то есть, выходи. Ну и что, где он? Я делся-то, я не помню. О, ты где делся, я не пойму. Ну. Вон он нашел. Блин, у тебя жизнь так мало. Прям мало тебя жизни так. Так, а что ты меня так бьешь так мощно, да? Зараза, блин. Прям нормально меня лупишь. Как бы мне это по барабану, у меня брони-то куча, блин. Там почти 4000 брони. Ну как-то мне что-то как-то прям не очень впечатляет. Все, передумал? И где ты делся? Че, где он делся? А, вот. Так, ты падла, убежал от меня. Ну, стой. Вот, давай в ямочку. Спокойной ночи. Спокойной ночи, 110-й. Эй, ну что теперь, блин? Надо будет, наверное, сейчас спальное место себе придумать. Хватил себе сделать. Ой, факел, блин. Костер сделать, блин. Факел там у меня есть. Ты где у нас 150-й, да? Ты у нас, может быть, будешь 155-й. Или 165-й. Фиг знает, как повезет. Сколько ты скинешь, я не знаю, блин. Так, ну на эту фигню мне хватает. На одной костер нифига не хватает. Как бы холодно. Север все-таки. Блин, так прикольно лежит там.
создаем себе спальный мешок и костер. Сейчас будем грыться и спать. Так, что там, все нормально? И костерчик. Хорошо. Заряжаем то дровишки, зажигаем, чтобы было хорошо тепло. Чтоб было тепло, светло, и мы ни мухи не кусали. Так, мясо дайте мне кто-нибудь. Будьте любезны. Ша, спасибо. Так, все, мясо зарядить. И шпать. Все. Отлично. Так, ты давай отдыхай. Сейчас я тебя чуть-чуть травану, чтобы ты не проснулся. А то вдруг. Блин, почти тонна веса у него. Нормально как бы. Все, пойдем. Бля, да, жизнь я пошибал ему нормально. Это вроде так себе, блин. Так, ну все, бай-бай. Так, все равно темно, да? Как ваше ничего? Так, на чем тебя, наверное, уже кормить, наверное, понемножку. Где тут бальзам? Так, это мы тебе зарадим. Там и тебе зарадим. Так, ягоды, не ягоды, блин. Где морковка? Дай мне морковку, зараза. Так, а не понял, что за звуки такие страшные. Так. Ну давай, ну, блин, открывайся. Все. Ну, нормально, попёр. 54 уровня. Нормально, вполне себе. Так, а что за фигня такая? А? Откуда звуки? Слышь, козёл, а ты что-то... Смотри, тварь, надо припёрся. Что-то припёрся, мясо кусок. Придурок, блин. Собака, блин. Обалдеть, он сколько мне уровней сбил. Козёл, блин. Откуда он взялся-то, я не пойму. Блин, и все поломал мне, доломал. Хат, блин. Ой, капец, вот темнота. Не люблю эту темноту, конечно. Так, ну что, блин. Будем ждать теперь, пока он переучится. Ну, даже на бугин лапами оставил свои говняные. И прям уже до дома, наверное, блин, да? Дей. Все, давай, сейчас я буду на тебе прям стоять, охранять тебя. Так, ну все, ждем. Ну все, тут осталась уже одна загрузка. Уже чуть-чуть расцвело, хоть видно стало, блин. Уже терекс никакой не придет, я думаю. Ну, забодали, блин, как нарочно прям. Так, что-то мясо пожарилось, все, пойдем. И что, ты будешь просыпаться? Так, ладно, сейчас он что, уже проснется, попробуй. Да, блин. У меня столько рогов, блин, это прям куча. Пока я его искал, надо, тут пришлось столько их перебить. Так, эту ерунду надо убрать. Это тоже нафиг все убрать. Что, как бы я в это место уже возвращаться не буду, блин. Нафиг не нужно. Ну что, давай, просыпайся уже. Молодец. 148 как бы, все путем. Как бы все нормально. Поперли. Так, пошли мы, короче, ночью. Через лесок. И встретил я, короче. Вот такой еще один подарок. Прям мне сегодня. Не знаю, прям, блин. То Т-Рекс, то Раптор. Прям везет, везет. Так, трансфертоп кто-то войдется нафиг. Ну что, сейчас будем убивать его нафиг. На жужи. Как бы эти пускай стоят. Ну, все, иди сюда, зарала. Да, у него немножко жизни, блин. Это фигня. Тут он маленький, блин. О, нормально. Так, мы все поперли обратно. Где там наши ядники, я что-то было. Почему два? Алло, я не понял, а что их два? А дядьки царлился, блин. Ничего, я не понял, нифига. Что за награда кто-то хоть?
Господи. Прям не густо. Топорчик такой задрипанный, блин. Вау, даже есть рецепт, которых у меня уже десятка, два, три, наверное. Блин, а где же эта зараза, я не помню. Алло, ты где делаешь? Странно, нет, нифига. Кабан, давай туда не бегай, блин. Ты меня пугаешь. Что за ерунда такая? Здрасте. До свидания, блин. Чтоб в темноте вот это меня пугать будешь. О, еще лучше. Ты ж ты зараза. Блин, что-то их обоих еще убил. О, это прям эпично. Да не, это, наверное, он его закрыт. Блин, а где Кецаль? Кецаль, ку-ку, ты где делся? Да ладно, ты что? Где ты? Куда отстал? Кто отстал? Вроде все на месте. Блин, что-то где-то кто-то хлопает крыльями, один хлопается. Так, это трицератопс. И чё, и где они? Здрасте, а где ещё? Где Кицарин? Я не помню. Ух, ёшкинку, ты где было? Чудо. Так, ну всё, блин, собрались наконец-то. Если не этот, блин, раптор, конечно, уже быстро дома были бы. Так, прям до дому. Главное еще, блин, нигде не потеряться тут, блин. Блин, темно, нифига не видать вообще. Это по темноте не буду вылазить. Что ничего не видно, не поймешь, откуда кто-то прибежит, блин. Сейчас-то не страшно, сейчас-то уже уровень большой. Надо этого прям было так страшновастенько. Что, ты застрял, что ли? Прям такой тяжелый. Вот это да. Кто в темноте живет? А ну выходи. Так, где мы вообще есть-то? Ёкало мы найди дом-то. Дом у нас вот там. Угу. Ну все, сейчас пойдем туда. Тут темноте нифига не видать, блин, не поймешь, куда бежать-то. Кстати, да, он как броневик, он все подряд сбивает, блин. Вот только что урона от падения не было. Вообще было прям супер. Так, аккуратненько. Аккуратненько. Да, он, кстати, дерево собирает, ягоды собирает. Ну, как, я не знаю, как трицератопс, наверное, что-то такое. Только у него есть одна фишка. Которой у трицератопса нету. Где, где тут? Где? Все на месте? Давайте далеко от меня не убегайте. Уже возле дома мы недалеко. Блин, жизни только мало, что-то вообще капец. Вот только вот тебя не хватало, блин. Карно. Давай, мотай отсюда нафиг. Офигеть, 110-я была, да? Жалко, конечно, ну как бы, блин, не люблю этих карнотавров. Так не очень. Так, поперли, блин. Тут до дома уже немножко осталось уже. Два локтя и дома. Извентиляюсь. Да, у него урон, кстати, прям ужасно, когда он бежит. Где-то до дома. О, блин, уже расцветает хорошо. До доха хватит. Мелкая. Ух ты, ешенька. Далеко улетела. Блин, такие маленькие по сравнению с моими, прям еще прям маленькие. Это тоже такие были. Блин. Да что ты до меня докупался, иди сюда. Так, прям, тут по берегу еще немножко осталось. Что такое? Что там такое происходит? Там рапторы решили на трицератопса напасть. Вот это здорово. Что, надо, я к тебе не лез. Иди туда. О, нифига себе. Мы там втроем кого-то бьют. Вот это да. Кто-то прям нарвался. Эй, что ты убьешь, что он уже умер, блин. Все, заколбасили. Молодцы. Ну все, уже забор, блин. Уже хорошо. Блин, подлагивать забодало меня уже. Так, ну чё, блин.
Мы уже дома. Сейчас будем испытывать нашего носорожку. Ну все, я уже убежал в другое место, чуть-чуть прокачал его. И вот что я вам покажу. Вот смотрите, 1400 жизни. Сейчас с одного удара улетит. Все, нету. Вот такой-то у него урончик бешеный. Я не знаю, он 1002, наверное, сносит, блин. А то может больше. Что-то тут пиранья. Обалдеть. Так, тут никого крупного нету. Вроде что-то крупного нету. Кстати, вот у этих кустиках есть редкий. Как он, блин? Редкий цветок и растения их вот этих маленьких кустиках. Так, нету никого, да? Блин, что-то ни спинозавра, никого нету, блин, ничего такого крупного нету. Одни мухи до меня лезут, блин. Да пошли вон от меня. Все? Забодали меня, блин. Черепашка куда-то идет. Вот чудик, блин. Где сюда? Барионикс. Несчастный. С одного удара улетел тоже. Так, где-то тут, блин. Что-то никого и нету тут крупных, да? Стега один. О, бронтики там дружат. Блин, на той стороне-то их кто-нибудь или нету? Наверное, нету никого. Бей. Что такое? Оо, сколько тут раб этих, блин. Да-да-да, здрасте. Чего надо вам? Эти резинка тут, блин, гуляет. Раптор улетел. О, еще один зараза бежит. Что надо вам, блин? Идите отсюда нафиг. Я уже немножко его подкачал. Он уже не такой задохлик. Я уже и урон его подкачал, блин, всякое такое разное. О, дурачок бежит. Ну вот вы забодали, блин. Все, улетел. Дилки. Что это такое? Трицератопс. Что-то такое, ничего интересного нету, да? Там раптор опять лезет откуда. Сейчас стегаю его сейчас на... О, дурачок, здрасте. Ты что, ко мне приперся водоплавающий? Где это нафиг? Да, там прям такой буй эпичный. Ну, рапторы, как всегда, получают по шее. Так, это дилки. Это что-то куда-то бежит. Цератопсы, блин, ну ничего нету. Блин, а где эта заметка? Я не помню, у меня заметка тут-то висит, где она есть-то? Я уже что-то давно это задание взял, блин, так я его не прошел. Сейчас как раз немножко прокачаю его. Ну, еще один дурачок прибежал, да? Сойдите его нафиг, блин. Кто-то меня плюет, иди отсюда нафиг. Ну, хочу дики. Ну и что, иди, ну? Где-то оно, где-то тут-то, да? Чего нету тут? Никто не появился такой большой. Ну, ничего хорошего не появилось. Что еще? Кустики серенькие. Блин, нет, но есть-то. Где-то оно тут-то наверху, наверное. Чего ты любишь? Тинтаберри, походу, да? Чего постоянно вот этот тинтаберри жрет. Разбежали гады. Где-то тут заметка, где-то тут, а. О, дурачок. Нифига ты какой мощный. Мощный, прям мощный был. 130-й. Весь кончился. И чё, где тут заметка? Здрасте. Чё, по жопу получил? Беги отсюда нафиг. О, карнотавр. Ты что, дурак совсем? Ты же маленький. О, чё, оно подвисло-то? Слава тебе Богу, блин. Ты чё это, блин? Чё там прогружалось-то такое? Ничего такого крупного нету. Очень странно. Чё-то прям так подвисло. Чё ты там жрёшь? Приятно аппетита, блин. О, вот она заметка. О, прокоптодон. Кстати, кенгурушка нормальная, она лупасит прям так прикольно. Надо будет тоже как-нибудь приручить её, показать, что она такое. Она прыгает высоко очень, блин.
и лупасит прям этими ногами. Теки, тут есть. Что-то ничего веселого тут нету, да? Ничего веселого тут нет. О, не подкрадывайся, ты что меня пугаешь? Что там такое, ужасная птица? Ужасная птица куда-то чешет. Это тоже прикольная фигня, блин. Скорпиушки. Что это такое? Да, капец, он прям как этот, блин. Как броневик бежит и деревья ломает. Надо будет выносливость ему еще подкачать. Чтоб нормально был, блин. А то у него выносливость такая не очень. Все, закончилось. Ну, значит, будем идти пешочечком. Пешочечком понемножечку. Выносливость у тебя прям немножечко. О, это хорош валяться, алло. Я его, кстати, в белый цвет начал красить, блин. Он такой же у меня стал серенький. Кстати, вот здесь пещера. И как бы я еще не проходил ее, блин. Не знаю, потом надо будет пройти ее. Я, наверное, пойду в эту. В болотную расхожу. Там много опыта. А в эту потом когда-нибудь схожу. Как бы она за нее опыта. Ох ты, какой большой, красивый. Ну ничего. Гуляй, гуляй, я потом за тобой тоже приду. Правда, блин, на него ресурсов столько надо, это прям куча. Надо пушку, кицаля, блин, с платформой. И гасить его пушкой. Еще, блин, загородку на него сделать надо будет. Каменную, чтобы он далеко не убежал. Ну, короче, такая возня будет долгая. Ну, это потом уже, блин, когда будет большой уровень. Когда уже будет охота на гигантозавра. Там дадут и седло. Ну, вот этого титанозавра. Но так оно только открывается с сотого, по-моему, уровня. Теперь так ты куда-то побег. Будь здоров. Так, побежали. Так, ну кто-то на болоте живет он. Что-то нету никого. Одна вода. Все плещет тут. Что-то, что это? Травочка. Травочка-муравочка. Титана была. Титана была, не была. Кстати, надо будет этот, блин. Потом сделать тоже видео про этот Титана была. У меня способ приручения такой прям очень интересненький. Как бы оно не вырубается нифига. С ней ничего такого не случается. Вырубить ее нельзя, ее только надо кормить, короче, едой там особенной. О, капрозух, сдох. Пиявка, нифига себе. Даже пиявка подохла. Обалдеть, сколько у вас много. Ну что, совсем сумасшедшие. Обалдеть, барионик 140-й, блин, я первый раз такого вижу. Обалдеть, сколько у вас много. Меня решили травануть все, да? Все, подох. Отлично, отлично. Ну, зараза там крадется. И что ты ко мне, как всегда, да? Ты хочешь меня за жопу косить? Не надо, ничего подобного. До свидания, у нас урон большой. Дилка приперся. Да что такое, кто-то меня лупит, блин. Кошмарно. Что-то баталия на баталии, не зря я сюда пришел. Что такое? О, здрасте, приехали. Ну, сейчас вы будете выгребать. Что я уже урон и жизнь прокачал, ему, блин, так, мне уже не так страшно. Ты что ты, блин, ты такой неповоротливый, Оу, как всегда, сохранение вовремя. Обалдеть, еще две. Еще три. А что, с ума сошли? Еще и мухи налетели. Одилок, обалдеть, трое, блин. О, еще один, блин. Ты вот тебя вот только мне не хватало. Дилка, ты че сюда нафиг уже, а? Что там, жабуня? Жабуня там лазит. Птичка, я тебя не трогаю, ты мне не нужна вообще абсолютно. Офигеть, просто. Просто офигеть. О, вот тебя вот мне вот только вот не хватало до полного счастья.
Так, ну попробую сейчас ее стукнуть, наверное, блин. Да? Что-то как-то не очень стукнул, блин. Всего 300 снес. Ну, бог с ним. Бэйн. Кстати, да, у носорога ужасный урон. Чем больше он бежит, тем больше урон. Он всех нафиг посносил. Так, этот зараза за мной бежит, наверное, да? Да? Чё припёрся, иди сюда. Так ты смотри, какой наглый. Блин, хорошо, что носорог он отталкивает. И эта зараза не может меня ударить. Поэтому надо выносливость качать, блин. Всё, будь здоров, не кашляй. Чем мы тебе еще добавим выносливости? Чтоб хотя бы... Да хватит валяться, ты смотри, кабан. Блин, как-то тебя назвать надо, да? Поросёнок какой-нибудь, блин, не знаю, кабан. Что это такое? Это что за движуха? А чё вы там жрёте, не помню. Да? Сумасшедшие. Что с вами? О, два дебила, это сила. Ну, как бы чё? Ну, чё-то грызут. И, походу, оно им нравится, это занятие. Правда, чего жрут, не поймешь. Ой, извините. Извините, теряюсь. Ну, вот еще одна жертва. Бань. Бах. С двух ударов. Змея не подохла, зараза. Хотел змею стукнуть, блин, заодно. Нифига не подохла она. Ну, давай, не сдыхай уже. Ну, все. Что там, акулы лазят какие-то непонятные. Ну, собственно, чё, блин. Чё хотел сказать-то. Вот такой вот носорожка. Всё путёвый. Можно заводить такого. Ну, всем пока. Спасибо за просмотр. И ничего, не бойтесь приручения. Чё непонятно, пишите обязательно. Всё, всем пока. А кто это тут видел до конца досмотрел? Вот это интересно. Ну что я хотел сказать. Теперь есть выход на телеграм-канал, на мой канал. И как бы что хотел сказать. Добро пожаловать. Ссылка в описании. Посмотри внимательней.